приехали мы в вернисаж. Сейчас пойдем. Ага. Холодище, утрище. Время около 9 уже. Вот. Идем гулять 1,5 часа. Теперь мы зайти, а тут уже елочки, кстати, недорогие. Вот такая вот елочка. Стоит всего 5500. Но слишком заснеженная. Да, сейчас будем все рассматривать, смотреть. Короче, мама, это... беленькая, а мне вот это понравилось. Она как настоящая. Стоит 8 тысяч. Наверное, будем такую брать ближе к Новому году. Да, а еще у нас традиция, мы каждый год покупаем какой-то новый шарик с символом года. В этом году у нас будет 6-й. Так что тоже будем выбирать. Надеюсь, ну не сегодня, наверное. Хотя, если что-то понравится, то обязательно сегодня возьмем. Здесь вот камин. Блин, у меня просто глаза разбегаются. Мне хочется все. Все это. Прямо хочется вот так вот руку вот окунуть туда. Очень все красиво. Как красиво. Всего за 36,90. Вот, все, короче, здесь дофига всего просто. Обалдеть. Я даже не знаю, что показать. Буду смотреть и буду интересно показывать. Хотя, мне кажется, здесь все интересно. Начнем, короче, оттуда. Хлопок. Все очень красиво. Все. Я не могу. Вот это тоже. Какие игрушки. Этот год у нас будет год тигра. Так что. Тоже елочная игрушка. На большую елку. Да, у нас есть маленькая елочка, но она уже что-то поднадоела. Хочется уже большую елку. Конечно, ставить большую елку некуда, но мы рассчитываем, что на следующий год мы уже переедем в свой дом. И она будет стоять в нашем доме. Мечтать не вредно. Фонарики, кстати, такие, только нет, это просто гирлянда из теплых. А мы ждем, ждем, я заказывала гирлянды занавески 3 на 3 метра в нашу комнату, в детскую комнату. Вот, по 500 рублей. Так что ждем вот, ну, вот такие вот, теплого цвета. Как круто, как я обожаю это все блестяще. И все розовое. Где-то у меня все ушли, а я здесь. Как же Новый год без хлопушек и этих бенгальских огней. Я обожаю. Тоже здесь. Тоже, кстати, недорогие, всего 70 рублей, 8 штук, да. Но я люблю, когда елка прямо разноцветная, вот магнитики на Новый год, кстати, цены вообще недорогие. Такой 3D тигреночек, денежки на магнитики тоже, класс. Они там за маской ходили. Вот, все. Буду потихонечку смотреть. Интересно, а по ценам все показывать. Аминочка, как сорока. Ей нравится все блестяще. Фаруху понравил. Да, вот уже здесь вон есть. Штрих-код. Вон, поднеси к сканеру, посмотри. Фаруху понравился такой домик. Он говорит, как. Он говорит, такой уютный. Символ доброты. Да, символ доброты. Такие вот гномы.
украшение. Символ звездочки. Да, а вот, кстати, 149, да, вот здесь, смотри, разные есть. И звездочка, и вон с окошечком. Вот здесь вот они висят. Ну да, ой, стакан. Стаканы, блин. На елку. Елку со стаканами. Да не, не будем пока. Такая вот красота. Мы тогда с оленёнами. Смотрите, елочка вверх. Ух ты. Смотрите, елочка вверх. Ой, ты посмотри, как она красиво смотрится. Да? Мама говорит, она снимает на 2 минутки. Поснимайте на 2 минутки. У меня тут, наверное, уже минут 30 мы в одном месте. Ой. Вон, елка вверх ногами. Совеночек такой. Пушистенький. А белочка, Фарук сказал, что сделан из пенопласты. Нет, из пены. А, из пены. Он пенопласт. А, ну вот. Ну да, птички мне понравились. И вот птички очень красивые. 170 рублей стоят. Такие вот интересные куклы. У нас вроде был, да? Или что-то такое есть. Ой-ой-ой. Они ломаются. Вторая. Доченька, такие не бери, хорошо? Они, вообще не трогают. Вот тут нижние не трогают. А то мы тут разоримся. Все, идем дальше. Вон шар. Диско-шар. Как диско-шар реально. Повесить на центр комнаты. Вот если переделывать. Наклейки. Всегда. Ну, такие вот. Вот такие я вообще не понимаю. Звезды можно дома легко самим такое сделать. И, блин, 300 рублей такая звезда, мне кажется, вообще не стоит. Ой, какой красивый, смотри, 1400. Ну, как издалека красиво, а так вблизи какой-то белый слишком. Здесь слишком много цветов, даже на венок не похоже, блин. 500 рублей. Вот это две мишуры купить, ну, это недорого. Такие маленькие елочки. Кстати, в каждом классе, помню, в школе, когда мы учились, в каждом классе учителя на парте... Лежали такие, стояли. Нам что надо для мы? Маленькие-маленькие игрушечки. Для поделок. Я хочу домики сделать и домики украсить. Угу. Нет, домик сделать и ими украсить. Вот здесь подарок, шапочка новогодняя, по 20 рублей. Дай надену. Давай вот такую наденешь, смотри. Динго Белл, динго. Ой, смотри, дочь. О, господи. Нет, неправильно надел. Вот так, подожди. Так. Сейчас найду кнопочку. Вот здесь она. О, смотри. Прикольно. Олень такой. Дочка, давай дочинку вот эту помери. Она прям массирует голову. Ничего, выключи. Попробуй сразу. Чтоб почувствовать. Не, выключи, выключи. Да. Так вот кнопка, вот. А, вот. Так. У нас вот. Вот кнопочка. Смотри, дальше сюда. Беша такая. Почувствуй сейчас. Держишь? У тебя дочь как-то рогато сломанный, как будто.
Прикольно, что только не придуман. Такая шапка стоит, сколько она стоит? 1400, блин. Новогодняя такая. А-а-а. Ну это надо на голову подбирать, не знаю, она у меня отваливается. Вот костюмы Дедов Морозов, Снегурочек, тоже не знаю, стоят это. Наверное, кто работает аниматором, очень выгодно купить, сразу окупится. Да, к одному сходила. Кстати, идея. Как дополнительный заработок? Купил костюм за 2,5 плюс Снегурочку за 2,5-5. Для детей, вот для взрослых. Ну да, вот. Подал объявление на Авито. Дед Мороз выучил такой поздравительный. Да. Научиться там говорить. Как Дед Мороз, да? Девчонки, мальчишки. И, в принципе, все. Вот тебе и деньги бесплатно. Ну, как бы, легкий заработок, я считаю. Интересно, подать, да? Ну и заходить, порадовал. Кто не заплатил, тот это. Ну, ничего, так подарок. Я думаю, каждый все равно 1000 додаст. Порадовал детей. Я думаю, ну, с таким девизом, я думаю, нормально за ночь можно заработать. Да и так просто, если есть костюм, почему бы не пройтись даже по райончику, да? Так поздравить, тоже интересно. Побыть Дедом Морозом и Снегурочкой. Надо будет как-нибудь, да, любимые? Да. И как это я все обожаю, посмотрите, какая красота. Сейчас все запутаю. В общем-то, что-то я не увидела дешевых игрушек. Вот иногда бывает прямо много-много дешевых игрушек, и они прямо вот все в куче лежат. Я что-то такого не увидела. Ну ладно, в принципе, все. Будем дальше смотреть. Много-много игрушек на Новый год. Вообще дофигища. Дофига просто. А мы еще не убираем. Реально уже наснимала она целый полноценный блок. Просто. Но я не могу остановиться, потому что здесь настолько все мило, настолько все красивое. Столько подарков, столько елок. У меня просто глаза разбегаются. Вот эти вот сейчас. Акулы модные. С открывающими ртами. Я так понимаю, у акулы тоже открывается рот. Да, страшно. Ёлки. Игрушки. Столько всего, столько подарков. Вы, кстати, покупаете близким подарки новогодние? Мы покупаем, ну... Не скажу, что дорогие, просто приятные подарочки на Новый год. Каждому хочется получить хоть маленький, но приятный подарок, по мне так. Нет, бокалы очень красивые. Я обожаю посуду. Я все обожаю, все. Я вот только сейчас думаю, что реально я все обожаю. Обожаю посуду, я обожаю елочные игрушки, я обожаю этот мишуру, гирлянды, все просто. Мне хочется все. Особенно такие вот очень красиво смотрятся. $139. Дети пришли в магазин. Забила, да? Взяли мы 3 бокала этих маме, Фаруху и мне как раз на Новый год. Ну, мы планируем дома, конечно, но если еще у нас будут гости, то мы приедем закупим. Пока мы взяли 3, потому что они, не знаю, мне очень они понравились. Фаруху тоже очень понравились. Время уже 10:30. Вон, смотрите, уже кто-то украшает окна. Когда на окнах висят гирлянды, у меня очень. Сегодня такой даже блок получается какой-то новогодний. Хотя еще только 15 ноября.
Но все равно я так вдохновляюсь этими окошками, этими украшениями, этими гирляндами. Прямо. Ну вот. В общем-то, мы кроме бокалов, вкусняшек, ничего не купили. Но бокалы это просто красота. Там где-то идет Фарух с Аминкой. Все, идем домой спать. Так что всем спокойной ночи.